Здорово, чуваки. Ну привет. Твоя сила и мудрость. Попил кваску. Да. Класс. Четко. Я все оттер, но пришлось футболку поменять. Вот что вы делаете? Богомор. А, вот зачем вы сюда клеите? Вот это вот вещь, зачем они сюда клеят? Вот сюда. Вот нельзя было, что ли? Вот сюда наклеить. Квасок тема, чуваки. Это база. Жарище просто невозможно, ребят. Пишите в комментариях, сколько у вас градусов в городе на данный момент, когда вы смотрите это видео. И у нас сегодня сейчас 32. Ты квас. Отстань от меня, а. Я дам тебе кваску. Если успеешь поставить лайк, то я тебя сожру. Пожалуйста, ребят, слышите? Поставьте лайк, поставьте класс, квас. До 3 секунды, никакой монстр вас точно сожрет. 3, 2, 1, давай! Не сожрет. Да. Слышали? Какой балдёж! И, конечно, чуваки, с меня страшилки, да? Берем чипсики. Да, вы думали, что я вас не напугаю? Напугаю. Укутываемся. Укутываемся, ребята. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Zen, подписывайтесь на Лего, чтобы вообще не потеряться. Страшные видео Life of Luxury и основные страшилки. Ребята, продолжается. Берем. Да, мистер Лёва? Укакаемся сегодня. Поехали. Вот этот сайт находится здесь. Рыба здесь выглядит очень странно. Я знаю и беру на себя всю ответственность за это. Все в порядке, чувак. Нам только что доставили коробку. Я думаю, что рыба уже здесь. Давай поднимемся наверх и ляжем спать, хорошо? Йоу, я слышу вкус рыбы. Ты кричишь. Заткнись, что случилось? Что случилось? Как дела, ребята? Добро пожаловать на просмотр совершенно нового эпизода «Роскошной тьмы». А теперь, пока это видео не набрало 50 лайков, давайте по... Итак, для сегодняшнего эпизода Честер нашел сайт в темной паутине, где можно купить домашних рыбок. Теперь я не совсем уверен, чем эти домашние рыбки из темной паутины отличаются от обычной рыбы, но сегодня мы собираемся сесть и проверить этот сайт. Поехали! Угу. Хорошо, давай присядем и посмотрим на эту рыбу. О боже мой! Хорошо, давай присядем и посмотрим на этот рыбный сайт. Хорошо, значит вот... Что там было? Хорошо, давай присядем и посмотрим на эту рыбу. О боже мой! Хорошо, давай... Посмотрим на эту рыбу. О боже мой! Хорошо, давай присядем и посмотрим на этот рыбный сайт. Хорошо, значит, вот этот сайт здесь. Рыба здесь выглядит очень странно. Большинство из них не похожи ни на одну рыбу, которую я когда-либо видел. Братан, ты знаешь, сколько рыб в мире? Какова вероятность того, что ты видел их всех? Я не знаю, просто я никогда не увлекался рыбой. Так вот, у нас здесь есть рыба по имени Скелетор и Гомункулус. А еще рыба по имени Дагфиш и черная рыба. Подожди, давай посмотрим на черную рыбу. Это выглядит довольно интересно. Хорошо. Хорошо, здесь написано, что это редкая рыба с неизвестными характеристиками, обитающая в самой глубокой части океана. Мы не уверены, что это за рыба, но она слишком опасна для содержания в обычном аквариуме. Ты должен все время держать его запертым в контейнере, никогда не прикасаться к его коже и не опускать руку в воду. Ладно, не похоже, что эту рыбу можно держать в качестве домашнего животного. Братишка, но ты только посмотри на нее, она выглядит довольно круто. Да, окей, в инструкции сказано, что толщина резервуара должна быть не менее 3 дюймов, а для крепления крышки используйте стальные цепи. Братан, я не совсем уверен, что держать эту штуку в качестве домашнего животного безопасно. Чувак, послушай, я буду тем, кто будет ее кормить. Хорошо, а что она ест? Братан, это же рыба. Она ест рыбные хлопья. Не все рыбы едят рыбные хлопья. Некоторые рыбы едят другую рыбу. У вас есть, ребята, аквариум или рыбки? Напишите в комментариях, что за рыбки. Я помню, однажды меня попросили ухаживать за рыбками, там ходить, кормить их, короче, они потом сдохли. Я думал, ты не так уж много знаешь о рыбе. Иногда я удивляюсь. Я просто не думаю, что ты понимаешь, насколько большой ответственностью будет обладать эта штука. Послушай, чувак, я знаю и возьму на себя всю ответственность за это. Все в порядке. Давай просто посмотрим, сколько стоит эта штука. Честно, кто хочет девушку, то хочет маму, то хочет собаку. Кого угодно хочет, но в итоге... Потом страдает. Она стоит $4.100. Братан, ты действительно не можешь назначать цену за то, чтобы завести домашнее животное. $4.100 частью семьи. Сколько? Я просто не уверен, что хочу, чтобы это было в моей семье. Пожалуйста, братан, $3.100. Посмотри, это выглядит круто. Может, мы просто купим это? Братан, ты не купишь домашнее животное только потому, что оно выглядит круто. Ладно, если у нас сколько? $4000 за рыбку? Ты можешь на себя ответственность за это, верно? Да. Ладно, давай разберемся с этим. Ладно, ребята, мы только что заказали эту рыбу. Здесь написано, что она будет здесь через пару дней, и мы должны получить электронное письмо, когда она прибудет.
Я очень рад получить свою черную рыбу. Я назову ее Понча. Ты можешь называть это как хочешь. Все в порядке, поехали. Мы получили письмо, где сказано, что наша рыба приехала. Все в порядке, ребята. Итак, нам только что доставили коробку. Я думаю, что рыба уже здесь. Да. Здесь написано предупреждение. Чувак, это что-то вроде медицинского бокса? Я не знаю. Это же четверка. Я не знаю, но он действительно тяжелый, братан. Хорошо, давай, просто отнесем это в комнату. Все в порядке, я все понял. Все в порядке. Пошли. Давай сядем и разберемся с этой штукой. Так вот, у нас есть посылка прямо здесь. Она очень тяжелая. Она выглядит действительно странно. На ней много предупреждений. Вот здесь есть одно, а сверху еще одно предупреждение. Из-за этой штуки повсюду течет вода. У меня промокла губа, весь пол пропитался водой. Так что давай откроем эту штуку и посмотрим, что там внутри. Что там написано? Карантин для лошадей. Как ты думаешь, это похоже лошадей? На название бренда? Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Чувак, что здесь внутри? Похоже, что там много воды или какой-то жидкости. Хорошо, давай разрежем эту штуку. Ну же. Все в порядке, чувак. Хорошо, мы можем это убрать. Ох, боже мой. Я никогда в жизни так не улыбался. Что это такое? Это что-то в этом роде? В углу. Фу. Это отвратительно. Ох, боже мой. Нет, фу. Нет. Мне это не нравится, братан. Давай закроем крышку на место. О да, давай положим это в бак, который у нас есть в подвале, хорошо? Хорошо, поехали. О, чувак, у меня промокли колени. Обалдеть. Все в порядке, так что мы заправляем вот этот бак. Мы положим рыбу сюда. Все в порядке. Итак, наш бак полностью заполнен. Давай-ка положим эту рыбу сюда. Хорошо, давай положим эту рыбу в аквариум. О, это выглядит отвратительно. Хорошо, йоу, давай поставим здесь камеру, а потом пойдем наверх и ляжем спать. Но квасок просто. Братан, бомба, это все равно, что пялится. Хорошо, давай ляжем спать. Все в порядке. Они еще легли спать. Мы поставили камеры и пошли спать. Да, это жестко, чуваки. Короче, какой-то осьминожек. Фух, что-то квасок мне дал в голову. Чуваки, у нас что? Алковидео? Осуждаем максимально. Мы не пьем. Мы пьем квас. Я шучу, ребят, я шучу. Спустя некоторое время обычного плавания наша рыба начала бить по стеклу. Обалдеть. И мы вообще не понимаем, каким образом это было возможно. Обалдеть, она так швыряла. Обалдеть. Жесть. Она прорвала дырку. Ой, аквариум. И пошла на камеру. А-а-а. И чё, поползла прямо по кухне? И залезет 100% к Паркеру или Честеру, да? И кому-то из них достанет. Скорее всего, Честеру. Честер все время крайний и все время его уничтожают. Морально. Обалдеть, что это за штука? Чего она тут бегает? Жесть! Она чё, залезет к ним? Четыре часа утра. Помогите. Йоу. Они что, спят один? Йоу, я слышу, как Честер кричит. Я просто проверял. Честер, что случилось? У меня в голове. Ложись спать. Она залезла к нему! Братан, что это ты такое говоришь о себе? Что это такое? Что-то укусило меня за ногу, чувак. Что? Ты хочешь, чтобы я отвез тебя к врачу? Я не знаю, чувак. Йоу, что это за штука? Что это такое? Чувак, это рыба. Пойдем отсюда. Куда это мы направляемся? О, чувак! Йоу! Братан, что это такое? Оно что, разбило окно? Чувак, по-моему, оно разбилось прямо здесь. Братан, как ты думаешь, со мной все в порядке? Оно меня укусило. Чувак, я не знаю, я не врач. Пойдем, нам нужно заклеить этого братана скотчем. Я больше не буду снимать подобное видео. Как бы там ни было. Ладно, ребята, так что прямо сейчас у нас следующий день. Мы хотим просмотреть запись с камеры, которая была у нас в подвале, где мы наблюдали за рыбой, и посмотреть, как эта рыба вообще попала в комнату Честера. Хорошо, давай посмотрим это.
Кажется, ты ведешь себя немного нормально. Давай быстро перемотаем это вперед. Это похоже на небольшой танец или что-то в этом роде. Хорошо, да, давай поторопимся. Маленький дэнсинг. Little dancing. Боже мой, братишка. Ты только что пробил это насквозь. Ты видишь это? Как пробиться туда, чувак? Я понятия не имею. Должно быть, у меня было много сил. О, чувак, у меня от этого мурашки по коже. Я не знаю, что это за рыба, чувак. Каково это вот так подниматься по лестнице? Я подумал, что это рыба. Похоже, так оно и есть. Я не знаю, да, я действительно не могу этого не рыба. Объяснить. Теперь ты понимаешь, почему у меня изначально ходячий. Были проблемы с покупкой этой вещи. Потому что мы до сих пор не знаем, что это было. Я не знаю, чувак. Я просто до сих пор волнуюсь из-за этого. Ладно, похоже, тебе предстоит проделать большую работу, чтобы вымыть это стекло. Ты сказал, что возьмешь на себя ответственность, не так ли? Неважно. Да. Ладно, я да, думаю, да, что да, ты да, не да, собираешься да. это вытирать, но... Ребята, большое вам спасибо за то, что посмотрели. Обалдеть, этот чувак. К сожалению, у нас разбилось окно, и весь подвал залит водой, так что нам нужно устранить обе эти проблемы. Я не совсем уверен, что это была за рыба, и собираемся ли мы снова посещать подобное место. Так вот, он Жесть. Выходит из-за шкафа. Ну ладно. А чувак, это у нас продолжение с собакой, да? Давай просто посмотрим, что он будет делать. Собака. Чувак, что это за шум? Я не знаю, почему это звучит. Это собака! На сегодня все, ребята. Чуваки, рыба, рыбка. Какая рыбка? Я помню, их покормил. Вы поняли, да, что с ними произошло? Да, это жестко. Но это еще не все, чуваки. Мы продолжаем пить квасок и наслаждаться страшилками ночью. С тобой нормально? Ты что делаешь? Sleepwalking? Ты что, обдолбался? Что с тобой? Братан, не молчи. She told me if I close my eyes. Скажи мне, чтобы я закрыл глаза. Она мне говорит, чтобы я закрыл глаза. Who? Какой-то секрет? Кто говорит? Ты чё? Listen. Ты чё, курнул? Посмотри. Послушай. You have to knock. Ты слышишь что-нибудь? Постучи. Close your eyes. Закрой глаза. Ты слышишь что-нибудь? Я пукнул. I don't hear anything. Я ничего не слышу. Ты что, с ума сошел? Да, я знаю. Be dreaming. Пойдем спать. Он, походу, вообще... Крыша едет не спеша, тихо шифером шурша. Кто-то... Алло? Кто там? Выключил свет и пошел сидеть в телефоне. Это база. Это основа перед тем, как ложиться спать, правильно? Все, вы же сидите в телефоне, ребят, пишите в комментариях. Перед тем, как лечь спать. А это вредно. Кто там? Кто там? Алло? Вы видели? Там дед какой-то стоит. Обалдеть. Ты кто такой вообще? Это кто? Это что за женщина? Что она делала у них дома? Обалдеть.
закрой глаза. И ты обкакаешься. А это еще не все. Посмотрите, там кто-то еще стучит. Он шепчет что-то. Страшно. Не слушаем такое, ребят. Мы такое не слушаем. Продолжаем, чуваки. У меня осталось немножко чипсиков. Пачки очень маленькие. Что делать? Эта женщина идет. Девушка идет по лесу, фоткается, селфи. Сейчас бы одной сходить по лесу. А, она что, без ноги? Ё-моё. Это жестко. Фух, продолжаем, ребят. Это еще не все. Девочки слушают очень громко музыку. И куда-то идет. Братишка, я понял. Стирать вещи. В 10 часов вечера. Я так понял. Не утра. Прачечная работает с 8 до 10. И что тут у нас? Носки какие-то потеряла. Кто это? Что там захлебывается? Кто-то кричит в воды, в стиралке. Все, да? Стиралка больше не работает. Стиралка кончилась. Ребят, не стирайте вечером. Монстр придет 100%. Что вообще жарище, вообще невозможно сидеть под этим одеялом. Но того требует страшилки, потому что реально жестко. Реально жестко. Укакаться можно. Был в этой стиралке и укараулил. Он даже тапочки носит, чтобы не подскользнуться. Какой чистоплотный монстр. Жесть. Беги, девчонка. Девчоночка, беги. Бэээ!
сделать. То есть она никого не хочет позвать, покричать. 190, 190. А какая у нее квартира вообще? Она что? Она что, больше... А чего она не побежала к себе домой? Почему она не может там побежать или домой выйти на улицу? Чего ты сидишь, тетя? Чего ты сидишь? Ну беги-то уже! Вон он стоит, я не знаю, ну чего ты сидишь? Она думает отсидеться прямо за углом? Может быть, посмотрит за угол и схватит тебя. Кирдык. Ты можешь постирать мои носочки? Нет. Короче, вот так вот, ребят. Если работает до 10, то значит до 10. Больше нельзя приходить, потому что будет... Страшно, очень страшно. Лжаем, ребят. Что-то девочка пишет. Это была поздняя ночь. Я была женщина совсем одна. Или ей так казалось? Позади нее дверь в комнате открылась. И там... БАМ! Правда, у нее дверь открылась, ребят. Я не могу, я просто весь истекаю потом. Как же жарко, ребят. Не понравилось ей это все. А дверь закрылась сразу. Она как будто не заметила этого, правда? Типа, нормально, дверь открывается, когда ты одна. Шаги над ней? Someone or something. Кто-то был сверху? Скрипят. Ну все, тебе хана, слышишь? Все, теть, к тебе пришел монстр, потому что ты не поставил лайк. Ребят, ставьте лайкос, монстр не придет. Оптимистичная музыка, типа, кто-то там сверху ночью включает музыку. Ненавижу соседей сверху. Да? Как смешно, они спать тебе не дают, а ты радуешься ночью. Туц. Темная была ночь. А, то есть все, что она пишет, ночью проявляется. And the woman was all alone, or so she thought. Женщина была одна, или все-таки так думала, и за ее спиной выглянула какая-то бледная женщина. Застывшее лицо. Ой, ребята, это уже страшно. За вами спиной никого нет. Ой, представляешь, хватает туда за спину. Потянула свою руку. And as it was about to grab her shoulder, схватила за плечо. The doorbell rang. Раздался звонок в дверь. Никого. Кто-то стучит. Coming. Я иду. Она дальше печатает. Раздался этот... Короче, женщина решила проверить, кто там Hello? За дверью. Там написали. Она пишет за нее все его действия. Hello. Да какой hello? Никого там нет, тебя пранканули, убежали. There was a knock at the door. Дверь постучали. Женщина пошла проверить. But no one was there. Но там никого не She было. Sat back at her computer, и она села за компьютер. Behind her, the ghostly figure appeared. Позади нее появилась призрачная фигура. Она схватила женщину за голову. The end. Конец. Хорошая история, короткая. Самое главное, что поучительная. Никогда не пишите ночью. Спите, ребят, лучше. Продолжаем.
Сербская леди в воде? Нет. Кто-то, короче, в бассейн забрался. Собачка даже не реагирует. Если честно, терпеть не могу собаку. Проходишь рядом с частным сербом, там, каким-то домом, любой маленький такой шорок, и сразу собака такая... Чё они там? Вот чё они там гавкают? Скажите мне, вот, ребят, вот, у вас есть какая-нибудь собака в доме? Вот зачем? Почему они так гавкают? Как будто ты собрался к ним в дом лезть или что, я не понимаю. Кого отгонять? Ты что, один живешь, что ли, или что? Я не понимаю. Вокруг там домов, улица все целы. И обязательно эта собака какая-то грозная. Ну, ребят, лайки если заколебали. Ну, правда, ну, сколько можно? Ну, зачем эти собаки вот такие просто? Ты ничего не делаешь, просто идешь где-то метров 20, а оно начинает лаять. Сколько можно? А тебе надо пройти дальше. Хорошо, что там забор. А если забора не было, выскочило бы. А некоторые вообще, знаете, собаки цепляются за забор и начинают лаять и за ним. Вообще жесть, ребят. Ну что это такое? Ну что это такое вообще? Ну как это можно? Поэтому я боюсь собак с детства. Вообще у меня какой-то страх от них. Конкретный. Вообще я боюсь их. Вообще. Просто не знаю. О, собачка. Блин, поэтому есть добрые. Ну прям зашугали вообще, конечно. Все, собачки больше нет. Она спит. Жесть. Сербиан Дэнсин Лэйди решила тебя... Вот она. Да-да-да, ребят. Сербиан Дэнсин Лэйди. Сербская леди танцует, и все, ей не лучше трогать. Иначе кирдык. Иначе кирдык полноценный. Ой, сербская леди, что ты наделала? Сербская леди. Ой, взял ножик. Нет, сербская леди нельзя так. И даже от нее бежать невозможно. Но мы знаем, ребят, просто за ней от нее бежишь, и обратно к ней попадаешь. И она потом у тебя... И все, и кирдык. Сербская леди так работает. Она просто бегает. Сначала дэнсит, кажется тебе, что это какая-то девушка, снимающая ТикТок, но нет. Сербская леди тебя достанет из любой дырки. Да. Она пришла и сделала свои дела. Молодец. А зачем ты в туалет пошел? Неужели она тут здесь? По-моему, она была на улице, если я не ошибаюсь. Обалдеть, как же мне жарко. Я не могу, я весь потом изблеваюсь. Давно такой жары не было. Жесть. Вот она. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, я танцую, я сербская леди. Ну все, а у нее тоже нож, кухонный причем, для резки мяса. А вы какое, ребят, мясо любите, говядину, свинину, курицу? Вот и сербская леди любит курицу, если вы понимаете, о чем я. Ну все. Нету. Она телепортируется, посмотрите. Она телепортируется в любую точку. И вообще все равно. Она найдет. Ее побеспокоил. Все. И не знаю вообще, откуда она берется. Это Dancing Lady. Почему именно сербская? Почему именно Сербия? Не с какой-нибудь там... Италия. Это именно сербская леди. Она что, знает не кабелика? Все, она побежала. Все, чувак. Беги, давай! Все, это конец. Это было жестко, чуваки. Самое страшное, это жара по 30 градусов.
Фух. Но квасок меня спас, ребята. Пьем квас. Кайфуем от жары. Лайк, ребят, никакого монстра не придет. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Зен, подписывайтесь на автор. Давайте их поддержим. Не забывайте о целом полете со страшилками. Если вы хотите пощекотать нервишки, то пожалуйста. Но ночью лучше не смотрите. Жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться. Посмотрите вот эти видосы сверху специально вас. А снизу еще одно страшное видео, которое я для вас выберу. Так если вам понравится, с вами, как всегда, я, Райли. Здоровья, ребята, счастья, успехов, всего самого наилучшего. Берегите обязательно себя и своих близких. Будьте счастливы, будьте, конечно, здоровы. Не смотрите страшилки ночью. Увидимся в новых видео. Пока.